О том, что здесь работает настоящая школа, догадаться несложно. Самый настоящий преподаватель, самые настоящие ученики, задания и уроки. Именно так в атмосфере спокойствия и умиротворения проходят творческие мастер-классы. Автор этой уникальной затеи – брестский инициативный иллюстратор и графический дизайнер, художник Анна Яцкевич. Идея проводить показательные встречи для тех, кому нравится какой-либо вид искусства, у девушки появилась давно. Теперь настало время реализации. Вот начала такую деятельность, как творческие мастер-классы и курсы в нашем городе, в Бресте, для взрослых. Потому что у детей возможностей больше, чем у взрослых, особенно в развитии. И кажется, что если мы где-то что-то упустили в детстве, мы не можем это наверстать. На самом деле все возможно. Новый обучающий сезон, сезон абстрактной живописи и создания витражей, вместе с Анной занятия проводит эрудированный педагог и художник Екатерина Медведева. По чутким руководством творческого наставника, каждый обучающийся создает что-то свое. Несмотря на то, что задача мастер-классов – открыть в каждом креативную личность, первые уроки проходят по образцам. Ведь у каждого начинающего свой уровень знаний, который постепенно будет пополняться. Мы дали так более простой материал, насколько сложно, но зависит от каждого человека, насколько он сможет себя раскрыть, свой внутренний потенциал попробовать использовать. И зависит, конечно, от образования. Если у человека какое-то художественное образование, тогда ему вообще будет легко и просто. Ну, тут у нас в основном собрались люди, те, которые только сейчас пробуют себя в этом направлении, поэтому я надеюсь, что у них все получится, с нашей помощью им будет это легко. За время занятий обучающиеся смогли узнать много нового об абстрактной живописи, о ее особенностях и формах воплощения. Эти знания обязательно пригодятся тем, кто захочет продолжить свой курс самообразования и на основе полученных знаний будет постигать искусство витражной росписи. Не менее информационно насыщенными будут и следующие занятия, которые пройдут уже в ближайшем будущем. Дальше у нас в проектах вот курс по абстрактной живописи, курс по акварельной живописи, по витражам мастер-классы. Ну и, в общем, все, что угодно, все, что будет интересно нашим слушателям, мы можем делать. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».